Кладем в кастрюлю нарезанный лук, зубчик чеснока, одну картофельную, брокколи и цветную капусту. Добавляем 500 мл воды или бульона. Закрываем крышкой и варим буквально 35 минут. Затем пробиваем блендером, добавляем специи, соль, ароматную зелень, можно украсить кукурузой, и добавляем оливковое масло. Кстати, можно добавить подсолнечное с запахом семечек, будет тоже очень вкусно. На десерт берем банан, 2 киви и горсть черной смородины. Заливаем стаканом йогурта или кефира и готовим вкуснейший смузи. Это два простых, вкусных и очень полезных рецепта. Каждый сможет приготовить на своей кухне. У меня все получилось быстро, вкусно и полезно. Друзья, приятного аппетита, хорошего настроения. Всех обнял.